пропал наш Коля. До конца сезона она будет сам не свой. В собственном семействе я никем не понят. Все ко мне относятся, как будто я малык. Бабушка зевает, сестры просто гонят. Если о футболе с ними вдруг заговоришь, к нам приехал дедушка погостить на лето. Я на матч собрался, Динамо ЦДК. Раздобыл, подумайте, целых два билета, а идти-то не с кем, ужасная тоска. Прямо как нарочно, все друзья на даче. Но сказал я внуку, возьми меня, дружок. Не был я ни разу на футбольном матче. Надо же на старости сходить хоть там разок. Взял я деда за руку, но подумал тайно. Право было бы лучше пойти мне одному. Но, однако, дедушка со второго тайма вел себя отлично и понял, что к чему. Я в ладоши хлопал, я ногами топал, с каждой минутой входил все больше в раж. Он купил мне мишку и воды с сиропом. В виде благодарности за данный инструктаж. Мы домой приехали вечером в Динамо. Мы переживали до самого утра. Старых уже малого улыбнулась мама. Бабушка вздохнула и фыркнула сестра. Да теперь в семействе есть болельщик ярый. Будь погода жаркая или дождь проливной, мы на матч приходим. Я болельщик старый, и со мною дедушка болельщик молодой.